скажете, под названием Philips Avent. А это у нас пароварка / блендер. Я от этой штуки в полном восторге. Если вам интересно, чем же она меня так заинтересовала, то, конечно, оставайтесь со мной. Данным агрегатом я пользуюсь уже 2,5 месяца каждый день. Я сейчас очень сильно жалею, что в полгода, когда мы ввели прикорм, я не купила эту вещь. Потому что здесь можно сделать все. Можно сделать суп, овощное пюре, фруктовое пюре. Я ее использую даже для того, чтобы сделать фарш. Тефтельки на пару – отлично. Чем она мне еще очень нравится? Она очень компактная, аккуратная, стильная. И, например, ее легко всегда взять с собой на дачу, либо в какой-то вот пансионат мы сейчас едем. Очень классная штука. Если честно, я сейчас очень сильно жалею, что когда мы вели прикорм примерно в 6 месяцев, я не купила себе данный агрегат. Потому что, давайте быть честными, мне просто было лень ради двух брокколинг, либо цветной капусты запускать вот огромную мультиварку, либо сюда же можно в этот контейнер запустить две штучки, даже если вам нужно, нажать на кнопочку, и все, у вас все сделается. Я, естественно, тогда пользовалась банками. Сейчас, слава богу, она у меня есть и на будущее останется. Давайте на примере тогда покажу, как же это работает. Мы берем, снимаем чашку, допустим, мы решили приготовить овощное пюре. Снимаем крышку, засыпаем сюда все ингредиенты, что мы хотим, например, овощную смесь, и ставим просто вот так. Поставили, залили вот сюда водичку. В комплекте, кстати, идет вот такой мерный стаканчик на 150-200 мл. За воду налили, закрыли, повернули. Все, оно работает. Если вода закончилась, то она просто запищит. Да, приготовили, прошло наше время, мы переворачиваем, ставим вот в это положение и нажимаем блендер. Все. Что мне очень нравится, здесь нет такового режима блендера, то есть вы здесь не поставите и не уйдете. Сколько секунд вы будете лежать, столько блендера будет. То есть можно сделать крошку, можно сделать пюре, можно сделать кусочки. Это очень-очень актуально. Мне сейчас не нужно пюре, я просто поставила овощи на пару и потом достаю их. Мне очень она нравится, правда. Я сейчас говорю именно об этой модели, потому что она у меня, у нее куча аналогов. И, ребят, если вам это актуально, это может быть как отличным подарком, так и для первого прикорма очень нужная вещь. Присмотритесь, я ее очень советую. Для меня еще был очень важен вопрос, как же она моется. Потому что вроде бы вот он контейнер, да, куда вода заливается, а как же сюда попасть? Ну, то есть я не понимала. Оказывается, все как обычно. Это чайник. Сюда можно купить либо просто средство от накипи, либо по стариночке засыпать лимонной кислоты. Идет вот такой вот мерный стаканчик, вот такая вот ложечка и книжечка с рецептами. Очень-очень красочная, все расписано идеально, как сделать картиночками. Пюре там овощное, вот пюре мясное, что нужно, все расписано. Но эта книжка будет актуальна именно вот в полгода, как вы вводите прикорм, потому что сейчас мы не всегда едим, и я уже очень многое знаю на глаз, как сделать. Я надеюсь, я была вам полезна. Спасибо большое за просмотр и до новых встреч. Всем пока и приятного аппетита!